Черников! Девушка, останься, пожалуйста, мы хотим с тобой немножко поговорить. Ты знаешь, я под сценой только что пытался под юбочку заглянуть, а потом вспомнил, Дима. И да, умылся святой водой. Оленька, скажите, пожалуйста, ваш комментарий, как вы считаете? Ну, я на самом деле Диму очень давно наблюдаю в Инстаграме, потому что он и правда завсегдатай всех свадеб, вечеринок, у кого не хватило денег на Олю Полякову, они все зовут Диму, и у него реально работа больше, чем у меня. А вот, очень, конечно, костюмы, это же вы сами своими руками делали? Нет. Нет, вы сказали бы да. Вот учить вас в шоу-бизнесе. Я тут надо скромный человек жизни. Тут надо брыхать. Подождите. Как Оля про сыры? Стойте, подождите. Вы сейчас не скромный человек. Вы сейчас Оля Полякова. Сейчас да. Давайте. Сделала костюмчик сама. Ночами вышивала. А Катя кухарь где? Сейчас я отвечу. Ночами вышивала в перерывах между деланием сыра. Вот, поэтому Диму я уже давно знаю, и у него много костюмов, и он очень часто работает на всяких презентациях, на всяких весельях, свадьбах и днероджениях. Так что он официальный, так и пока еще, конечно, не разрешил. Мы сейчас с тобой поговорим, сколько ты будешь меня отстегивать с каждого своего выступления. И тогда пой мои песни с удовольствием! На самом деле классно, он пародист. Давайте поаплодируем Диме. Браво! Очень круто, молодец! Давайте искупаем в овациях Диму. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые жюри, прямо сейчас выставляет оценки. Напоминаю, Елена Венерская, поставьте, пожалуйста, свою галочку и отметочку напротив Димы. Напротив. А от скольки до скольки? Что-что? От скольки до скольки надо баллов ставить? Ну, в вашем случае от 1 до 100, так будет точнее. Что проще потом было считать? Ну, а если серьезно, друзья мои, одна из самых юных участниц сегодняшнего конкурса, которая выйдет на эту сцену, не из самых робких.